Более 1600 нарушений правил дорожного движения зарегистрировали сотрудники патрульной полиции за прошедшие выходные. Контроль проводился на территории всей страны. Больше всего случаев, а именно 900, связано с превышением скорости. На втором месте – несоблюдение предписаний дорожных знаков. В этом случае провинились 155 водителей. 44 автомобилиста сели за руль пьяными, а 38 не имели при себе прав. 36 водителей не воспользовались ремнями безопасности, 20 не уступили дорогу пешеходам. Сотрудники полиции также зарегистрировали 125 случаев перехода дороги в неположенном месте.